Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Песню под гитару» и я, Анатолий Длуцкий. Я очень рад приветствовать всех, кто любит авторскую песню, ценит хорошую поэзию. Меня зовут Лариса Скроба. Я пишу музыку на стихи поэтов и исполняю песни разных авторов. А сегодня у нас в гостях опять же автор-исполнитель из Пинска Лариса Скроба. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, Анатолий. Очень рад встрече. Взаимно. Давайте сразу начнем с песни. Что бы вам хотелось спеть? Эту песню больше всего любит моя мамочка. Поэтому я передам ей привет и спою. Булатов Уджава, классика бардовской песни «Жаркий огонь полыхает в камине». С удовольствием. Жаркий огонь полыхает в камине, тень моя, тень на холодной стене. Жизнь моя связана с вами отныне. Дождик осенний, поплачь обо мне. Дождик осенний, поплачь обо мне. Сколько бы я ни бродила по свету, тень моя, тень на холодной стене. Нету без вас мне спокойствия нету. Дождик осенний, поплачь обо мне. Дождик осенний, поплачь обо мне. Все мы в руках ненадежной фортуны. Тень моя, тень на холодной стене. Лютни уж нет, но звучат ее струны. Дождик осенний, поплачь обо мне. Дождик осенний, поплачь обо мне. Жизнь драгоценна, да выжить непросто. Тень моя, тень на холодной стене. Короток путь от весны до погоста. Дождик осенний, поплачь обо мне. Дождик осенний, поплачь обо мне. Дождик осенний, поплачь обо мне. Спасибо, очень оригинально. Я бы даже не сказал, что это Куджава, что это ваша песня. Вы так прожили все так точно. Ну, я стараюсь проживать вот каждую песню, иначе нельзя. Значит, зачем мы поем? Надо проживать, и тогда это дойдет до слушателя, когда мы проживаем. Тогда и он проживет. Согласен. А расскажите, пожалуйста, о клубе авторской песни в Пинске. Клуб авторской песни называется «Капля». А почему, интересно, «Капля»? Это аббревиатура «клуб», то есть расшифровывается «клуб авторской песни». И Наталья. Вот. Получается «Капля». Оригинально. И мы все являемся ее капельками. А кто туда приходит? Ну, приходят такие же любители песен, стихов, любители сочинять и исполнять чужие песни. Все, кто любит. Замечательно. Песня. Вот я спою песню на стихи Татьяны Дорожко, пинской поэтессы. Музыку сочинила я, вот дерзнула сочинить. Ну вот, вроде получилось. Вот эта песня как бы и прозвучала на фестивале «Зеленый гран-при» вот в мае 2017 года. И она понравилась. И «В зазеркалье реки» песня называется. В зазеркалье реки тихо спят. Летний ветер их сон не тревожит. Я к тебе приглашаю.
и дороже. Нежных лилий жемчужины, снега белей, камыши берега охраняют. Наше судно миленье больших кораблей, солнце лучим легко управляет. Плавно лодка скользит по просторам речным. Стрекоза на весле притаилась. А как очень такая особенная у вас песня, как принимает зритель, интересно, на фестивалях? Зрителям очень понравилось. Очень хлопали и кричали, что для меня было приятно. Вы так отвечаете, как будто я спросил, что не очень-то зритель должен хорошо принимать. Я к тому, что очень должен хорошо, потому что необыкновенно. Хорошо принимает. Да? Еще спойте. Так, значит, песня... Угу. Нашла перевод песни «Падам-падам» Эдит Пиаф. Нашла русский перевод. Да. Мне очень нравится Эдит Пиаф. И я решила сделать гитарную партию и спеть эту песню на русском языке. Просто это очень интересно. Как это звучит по-русски вообще? Это интересно не то слово. Это очень-очень интересно. Да, вот мне тоже так показалось, и я решила это сделать. Забытый когда-то мотив вдруг встретился мне на пути, заброшенный в эти края из дальних стран, как и я. С тех пор он с ума меня сводит, противиться трудно ему. Он властно зовет и уводит в далекого прошлого тьму. Внемлю я ему одному. Падам, 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 он за мной по следу бежит. Падам, 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 вспоминай, вспоминай, он кричит. Падам, 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 возражений не слышит моих. Все печали мои, мою боль и грусть, все знает он наизусть. Твердит он, ты вспомнишь со мной всех тех, кто любим был тобой. И вспомнив былое опять, не сможешь ты слез удержать. И вновь оживают романы моих 19 лет. Мечты, обольщения, обманы, любви комедийный сюжет, и его печальнее нет. Падам, 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 вновь я слышу признание в любви. Падам, 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 грош цена им, реви, не реви. Падам, 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 как унять мне волнение в крови? Ведь без слез не дает мне прожить и дня
мотив, узнавший меня. Падам, 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 посмотри, что творит он со мной. Падам, 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 течет прошлое мощной рекой. И вовек не наступит покой, ведь все прелести мира в мотиве том, звучащем в сердце моем. Очаровательно, восхитительно. Спасибо. Спасибо большое. О чем вы мечтаете? Чтобы хотелось петь, чтобы пелось, чтобы были со мной мои любимые друзья, чтобы нам было вместе хорошо, долго, всегда, навсегда хорошо. Лариса, заключительная песня просится. Песня называется «Тайная мечта твоя». Это из репертуара Юлии Зиганшины. Перевод мирового хита. Перевод на русский язык. Рассыпала звезды, был ароматом роз полон воздух. Ту ночь напели мне соловьи тайные мечты твои. Как нам зарю отсрочить? Не вздумай мне желать доброй ночи. Вот если б поделить на двоих тайные мечты твои. Легче, а вот сердце, вот ключ. Немедли уж лег мне на плечи дня первый луч. И слов не надо лишних, как первый раз в глаза ты глядишь мне. Ты понял, наконец, это я, тайная мечта твоя. Глаза ты глядишь мне, ты понял, наконец, это я, тайная мечта твоя. Лариса, большое спасибо. Мне кажется, вы только разошлись. Вот сейчас бы, да, пели бы еще. Да. Да. Если честно, да. Да, я чувствую, настолько уже пошло какое-то. Это говорит о том, что наша следующая встреча не за горами. Спасибо вам спасибо. Большое. Удачи, творчества, хороших новых песен. Очень рады. Спасибо. Спасибо. А вам, дорогие телезрители, я хочу напомнить, что в итоговой программе мы назовем победителя зрительского голосования прошедшей недели и поделимся впечатлениями, узнаем мнение мэтров. Заходите на наш сайт www.3belarus.by, голосуйте за лучшего. Это была программа «Песни под гитару». Я Анатолий Длуцкий. До новых встреч.